Всем привет! Сегодня буду готовить настойку на маршмеллоу. Честно говоря, я данный напиток ни разу не пробовал, вот решил приготовить. Понадобится 100 грамм маршмеллоу и алкогольная основа. Водка либо спирт, 40 градусов. У меня водка. Отправляем вкусняху в банку. И заливаем алкоголем. Оставляем до полного растворения. У меня растворилось часов за 8. Я данную настойку после растворения остудил и перелил в бутылку. Пробуем. Так, на запах. Запах водки никуда не делся. Может, немножко сладости добавилось, но водка выпирает. Вкус. Ой, ну и дрянь. Алкоголь выпирает, но стало даже хуже, чем просто водка. Резкий, мерзкий вкус. Короче, говно. Никому не советую это пробовать. Может, у меня маршмеллоу не тот? Ну, готовить я данную настойку больше не буду. И вам не советую. Ладно, все. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Всем пока. Вот такая вот проверка.